Значит, внутри феодализма был авторитет огромной церкви, и потом, поскольку появились большие государства, то их короли имели тоже большую власть. Я вам говорила, что структура западных отношений церкви и государства – двоевластие. Помните? Когда ты, если что, ты можешь обратиться к королю, он тебя защитит от папы, или к папе, он тебя защитит от короля. Но это равновесие, оно иногда нарушалось или в пользу папы, или в пользу короля. Сейчас я расскажу пример, как это разрешилось в пользу короля. Папа Григорий VII, был Григорий I, который апостол Англии, помните? Церковь Англии образовалась раньше, чем государство Англии. Помните, про него рассказывали? Христианизация Англии. И будет еще могущественный папа Григорий VII, который скажет, что это ему принадлежат слова, что папа никогда не ошибается, что должны целовать ногу папы даже, а не руку, что собирает соборы именно он. Это все запомнить надо, потому что мы начало реформации будет с того, что соборы будут собирать не папы, а другие духовные лица. Это будет огромный перелом. Ну так вот, и он пользовался для своего могущества двумя мощными рычагами. Этот рычаг назывался инвеститура. И он назывался, два таких, как еще знаменитое слово его связано, интердикт. Интердикт – это когда какое-то государство или какой-то город не повиновались папе, он накладывал интердикт. Это значит запрет на совершение богослужения. То есть ты не мог похоронить, я не мог жениться, не мог в церкви на служении быть. Ужас. Поскольку считали, что вся благодать-то идет из церкви, то ты лишен спасения, благодати и все. И царь, то есть король мятежный, оказывался под таким давлением, что он на все соглашался. И непослушный император германский Генрих IV, он не хотел слушаться папу в его втором привод инвеститура. Это был вопрос вот как, кто, вы знаете инвестиции, да? В общем, это этот же корень. Вопрос стоял о том, кто вкладывает в священника того города или там местечка, кто поставляет священников, поставляет ли это папа, епископа, или поставляет это король. Вы чувствуете, какой спор? Кто поставил, того он и слушается. Это я поставил его, и это мой человек. Поставление заключалось в том, кто даст ему знаки его епископской власти. Один знак, мы уже говорили, шарф, это шарф белый, палий. Второй – перстень на руку, знак власти. И посох. Посох, перстень, шарф. Кто это даст ему? Кто его даст ему право епископства? Папа говорит, это мое дело, это только я назначаю. Генрих говорит, это мое государство, это моя земля, это мои подданные, это я назначаю. И он назначил сам. Папа его снял. Тот назначил сам. Папа интердикт на город. Город ведь возмутился. Говорит, делай, что хочешь. Но чтобы церкви были открыты. И вот этот Генрих IV, послушайте, что произошло. Он пришел, отсюда выражение, ходить в Каноссу. Папский дворец был в местечке Каносса. И Генрих IV, чтобы тот снял интердикт, вместе с женой и сыном, босиком стоял в снегу перед папским дворцом, чтобы три дня, чтобы папа его пустил и простил его. Вот какой факт.
1075 год. Это утверждение власти папы над королем. И вот когда он пустил его, у меня еще картинка есть. Вот они все трое целуют ноги папы, видите? А то, что происходит на самом деле, там, видите, слуги одного дубасят слуг другого. Пакье, видно. Вот такой был факт. То есть... Ну под... что, король ничего не мог сделать, от чего королевство? Просто боялись вот этой анафемы, боялись... Интердикта. Интердикта. Нет, вопрос, как он вообще решился, он же знал об этих рычагах, он знал, что интердикт может быть, как он решился отпаривать? Вот такой дерзость проявил. Но ты понимаете, Сережа, это же не конец еще. Это не конец. Значит, папа снял интердикт, но поскольку времена были еще бурные, и в памяти людей еще были события, когда ломбардцы и саксонцы чуть не убивали папу, собрал этот Генрих IV силы, осадил папский дворец и, в общем, угрожал смертью папе, мстил за это унижение, которое он здесь пережил. То есть я хочу сказать, что ситуация этого двоевластия была, ну, такой баланс. Иногда... А он осадил, просто не мог его взять, или осадил как бы по Павлу? Ну, он умер потом, сам умер. И здесь и слова даже... Папа. Генрих был молодой, сильный, крепкий. Папа уже старый. И он говорит, я умираю, потому что я был верным тебе. Ну, как-то так, такие слова сказал. Значит, я хочу только этот факт сказать, как выглядел феодализм и как шла борьба за то, кто будет хозяином в этой новой образованной земле, которая набирает силу. Будет ли это епископы, поставленные королем, или епископы, поставленные папой? И вот это будет спорный момент. Вот. Теперь, значит, крестовые походы, я скажу только самую суть, потому что у меня есть сладостная тема «Бродячие ордена». Значит, крестовые походы продолжались 200 лет. Было 8 походов. С 1095 до 1291 года. Крестовые походы... Вот тут я буду ходить, потому что тема очень волнующая. И тема очень непростая. В нашей литературе, я имею в виду там советской литературе, в наших учебниках, крестовые походы изображены как ужасы католичества, ужасы религии, ужасы фанатизма, да? Они то и есть. Но это неоднозначно. Крестовые походы начались, потому что турки взяли... Ну, вы знаете, что арабские завоевания, они взяли земли, где как бы Христос был, земли Палестины взяли. Но тут они подошли к стенам Константинополя. И император Константинополя возопил к братьям-католикам. Помогите. И тогда папа объявил крестовый поход. Но папа объявил не просто крестовый поход. И не сразу. И он бы до этого не додумался. Дело в том, что народ стихийно стал сам вооружаться и собираться освобождать святую землю. Потому что народное сознание, народная религия была оскорблена, как это гроб Господень, и к нему нету возможности пойти, паломники. Это же была традиция. Много сотен лет ходили поклониться гробу Господню. Это вроде как путь в Мекку преградили бы, например, мусульманину. И народ стал сам вооружаться, собираться. Появился Петр Пустынник. Гумилев рассказывал так, как он взял рубище под поясной веревкой, взял дубину и ходил по всей стране, будоража народ, что освободим гроб Господень.
побьем басурманов, возбуждал народ. И стал собираться народный крестовый поход. Он идет без номера, он идет просто так, как называется народный поход. Но понимаете как? Фанатизм. Потому что мы идем во имя Господа сражаться. Куда? Направление, карты неведомо. Обозы, вооружение, пропитание. Кто об этом? Ничего об этом не думали. Они погружали своих жен, детей в повозки, все двигались куда-то на восток, вот куда-то. Вы понимаете ли, это был огромнейший подъем национальный, который весь ушел в песок, и они исчезли, никто не знает, где они. Расхватали их, продали на рынках невольничьих. И после этого папа объявил уже перед феодалами, имея в виду политику. Феодалы, феодализм, чем характеризуется? Феодалы все время воюют между собой. И чем феодалам бороться, лучше показать им общего врага. Перестаньте проливать братскую кровь. Вот враг, который перед вами. Понимаете? То есть папа имел в виду политику такую. И был объявлен первый крестовый поход. И вот я про него, собственно, и хочу рассказать. Фактически первый поход, он и имеет значение. Это был фантастически удачный. Непонятно, почему даже удачный. Потому что объединились Англия, Франция, Германия в этом походе. Тут были и лошади, которых защищали от солнца, одели такие балахоны на них. Специальная обувь, чтобы по жгучим пескам могла нога ступать. И обозы были, и карты были, и полководцы были. А самое главное, был огромнейший энтузиазм. Я хочу подчеркнуть, вот почему я даже и встала перед вами. Это был огромный религиозный энтузиазм массы людей. Они шли, они часто без воды. Не хватало воды, не хватало провианта, не хватало, понимаете? Они шли в Иерусалим, город Христа, Иерусалим надо взять. И у них были видения. Один рассказывает, и все слушают жадно, как на горе там Елеонской зажигаются три кущи. Как где-то в лесах есть чаша Грааля. Это человек, который собрал кровь Христа в какую-то чашу, якобы чаша эта там есть. Что якобы мы возьмем, было сновидение, тут рой, там будет меч, с этим мечом возьмешь Иерусалим. Рыли, нашли обломок меча. Энтузиазм было описать невозможно. С этим мечом они взяли Иерусалим. То есть тучи стрел там, и что там было, взрывов, каких там, как они как защищали Иерусалим. Крестоносцы взяли Иерусалим. Вы понимаете как? И, собственно, все остальные походы – это попытки его удержать. Потому что стали мусульмане обратно отвоевывать. Потом появится могущественный Саладин вот во главе мусульман. Но, правда, там будет замечательный поход. Там будет Ричард Львиное Сердце, король Англии, который сумеет с Саладином договориться, что ладно, ты взял Иерусалим, ладно, но ты разреши нашим паломникам приходить поклониться ко гробу Господню. И Саладин великодушно разрешил это. Ну, фильм у меня об этом есть. Это, знаете, смотреть невозможно. А там много и комичного, и трагичного с этими походами. Но походы породили массу явлений. 200 лет была эта война. Экономически я могу сказать, они очень много награбленного привезли. И эти все страны европейские, ткани невиданные, неведомые, ароматы, пряности, предметы роскоши, золото, серебро, там камни драгоценные. В общем, все это экономически они получили. Но
Крестовые походы породили необыкновенное явление. Называлось оно рыцарство. Потому что посвящали этих крестоносцев в рыцари. Прекрасная дама, жена какого-то сеньора или самого короля, она плашмя ударяла мечом по спине этого человека. Он становился рыцарем, и он начинал служить прекрасной даме. Он носил ее цвета, какой-нибудь голубой или синий, или красный, или что. У меня студенты всегда очень говорят, а потом они женились на ней. На прекрасной даме никто никогда не женился. Такого прецедента не было. Прекрасной даме поклонялись. Женились они на женах, запирали жен в замке, запирали этот пояс девственности, как он там назывался. Вот, и обращались с ней жестоко. Это жена. А это прекрасная дама. И вы понимаете ли, что мудрый Луис, которого вы любите и знаете тоже, да? Он сказал удивительнейшую вещь, что культ прекрасной дамы он сформировал вот в сердце, там, в голове, каким-то образом понятие служения Христу, поклонения Ему, искренней веры. Вы понимаете ли? То есть, в принципе, что можно и должно Христу служить вот так, как служат они прекрасной даме. И пример этого будет Франциск Ассизский. Сейчас про него скажу. Это главное, что хотел вам сказать про Франциска. Значит, рыцарство. Рыцарство. Первым делом рыцари, они богато одевались. Есть стихи, я ищу эти стихи. Я не нашла. Кто-то из поэтов вот нашего серебряного даже века, нашего времени, сочинил стихи, когда какие-то там брабанские кружева, меч, дерзновение, они все же были вояки. Вся эта роскошь ими не ценилась, они не берегли эти, и кружева там рвались, и эти шпаги обложены были драгоценными камнями. Вот, значит, класс рыцарства. Это породило поэзию трубадуров. Для прекрасных дам пели песни. Трубадур – это не труба, это от слова «труве». «Труве» – значит по-французски «находить», «изыскивать» – новые литературные формы. Особенные сравнения. Петь под окном, под балконом прекрасные дамы. Ну, вот как-то на чем-то себе аккомпанируя. Вот. И трубадуры, они были бродячими трубадурами. Это тоже потом повлияло на Франциска. Вы понимаете ли, это породило огромную литературу. Например, «Круглый стол короля Артура». Кто не читал, это дивное произведение. Была у короля Артура прекраснейшая жена. И был верный друг его рыцарь, который не раз жизнь свою рисковал ради короля Артура. И он влюбился в его жену. И он никогда не будет ее там любовником или что-то такое пошлое. Он будет нести эту любовь, и он будет еще больше жертвовать за них обоих. При этом будет рыцарь Ланселот. История Ланселота, короля Артура, рыцарей круглого стола его, окружение. Ну, в общем, это прекраснейшее произведение. А сколько полотен художники писали в поиске этой чаши Грааля. Именно там началось бурное собирание фетишей этих обломков креста, как бы, или там одеяния Христа, или там, ну, в общем, как они называются, священные эти предметы. Мощи. Это и мощи там были. Ну, в общем, фетишизм этот расцветал пышным цветом. Значит, это был огромный толчок и для экономики, и для понимания. Вы понимаете, в чем дело? Что? Ведь эти люди, там, турки и другие народности мусульманские, они же были непонятными, неизвестными, чуждыми. И в глаза никто не видал. А вдруг они в контакт вошли, а потом в торговые отношения.
а потом и в какие-то дружеские отношения. Вы понимаете ли? То есть раз теснота Европы, Европа очень тесно живет. Они очень тесно живут. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Понимаете ли, что Европа запертая, и вдруг она вышла на огромный простор. Сколько там, да еще письма получали. Я говорила вам, как они получали письма от пресвитера Джона. Вы только потерпите тут, а вы прорветесь, а там огромные просторы. Это же какие-то известия были про тех христиан, которые вот на севере Монголии, которые писали письма папе, чтобы папа крестил их. Помните? То есть это будоражило сознание, что где-то есть просторно, огромное, тебя там ждут, и все. Это было время мечтаний, романтизма, дерзновения. Там и это время, конечно, было и наживание денег, и грабежа, и все это на своем месте. Я только хочу сказать, что было и то, что я вам рассказываю. Огромный подъем веры, фантазии, прорыва какого-то вот любви ко Христу. Образовались рыцарские ордена. Один для ухода за ранеными, рыцарский орден иоанитов, ухаживали за ранеными. Красный крест у них был на спине нарисован. Были рыцари, которые защищали храм Иерусалимский взятый. Что там было? Тамплиеры, рыцари или храмовники. Впоследствии из этих благородных рыцарских орденов образуются воинственные силы. Вы понимаете ли, если ты образовал какую-то воинскую единицу, она выполнила задачу, война кончилась, и что с ними делать потом? Вы понимаете ли? Дальше пойдет покатится история, их будут использовать для войны с так называемыми еретиками и направят на цветущий юг Франции, цветущий благодаря альбегойцам, которые там будут жить. И они 20 лет, за 20 лет в пустыню превратят. Они будут уничтожать альбегойцев. То есть крестовый поход против еретиков. Будет крестовый поход, когда крестоносцы скажут, а чего нам такую даль топать? Он рядом у нас этот Константинополь. Они будут грабить его так, что город не оправится никогда больше. Вы понимаете ли? Это все факты такие. И при том, что вот то, что я вам сказала –